никогда не знаешь, сколько пройдет времени с момента, как ты купил какую-то пластинку, до момента, как ты ее откроешь. Вот эти несколько пластинок, которые лежат у меня на столе, стоят вернее, эта посылка пришла из Франции. На ней очень интересно, вот, коллекция, просто коллекция марок почтовых. Я первый раз такое вижу. Я из Франции редко что заказываю, но это очень интересно. И вторая маленькая, такой конвертик, тоже из Франции, и тоже коллекция марок, как вы видите. Здесь есть две красивых марки, которые мне очень нравятся. Это Луи де Финес и Бернар Блиер. Это известные актеры. Представлять, наверное, их не надо. В общем, мы сейчас откроем аккуратненько. Начнем, наверное, с маленькой. Пропустим ее вперед. Там должна быть кассетка. Марки я эти как бы оставлю потом, просто как память. Так. Я кассетками стал заниматься недавно, просто как бы, потому что это красиво. В свое время я это пропустил. Мы занимались пластинками или магнитофонами катушечными, вот, но не кассетными деками. Как-то тогда это у нас было не очень принято, потому что все искали качество. Мы-то начинали с катушечных магнитофонов, советских. Кассетных тогда не было вообще, не знали, что это такое, понятия не имели. Так, вот такая кассетка. Maxell UD90, UD90. Я много смотрю видео разных блогеров по кассетам. Сейчас это очень популярно стало. Многие люди собирают кассеты, многие люди покупают и собирают даже распечатанные кассеты, которые в свое время уже были открыты и записаны. Там предпочтительнее, чтобы вот этот J-карт, который внутри, чтобы на нем не было никаких надписей. Естественно, пленка, чтобы была в хорошем состоянии. Тогда эта кассета считается ценной. Ну и на нее можно положить удачно запись, если пленка сохранилась, и если эта кассета из определенного года, допустим, потому что есть кассеты, вот у меня есть одна Maxell, ну, 2000-х уже, по-моему, или конца 90-х. Я ее открыл, и запись на нее не ложится вообще. А вот эти кассеты, наверное, все-таки пишут хорошо. Но я ее не буду открывать, она мне пойдет просто в коллекцию. Вот такая вот пластинка, которая лежит у меня месяца два, наверное. Сейчас мы ее быстренько откроем. Здесь есть один момент, который при покупке пластинок очень важен. Смотря с какой платформы вы покупаете. Если вы покупаете с eBay, то там, как правило, выставляют фотографии, где по фотографии можно судить о состоянии пластинки, но и, следовательно, о ее качестве. Здесь, видите, фирменный внутренний конверт бумажный, французский. И пластинка на оригинальном лейбле Carrier. Пластинка идеальная. Этот лейбл был основан в 1962 году, и на нем печатали в основном евро-диско и рок-музыку. А потом в начале 90-х его продали компании Warner. Вот это оригинальный Атаван первый. Конверт тоже в идеальном состоянии. В общем, коллекционная пластинка.
Почему я купил, в общем-то, такую попсовую тематику? Ну, это хорошая попса. В свое время я как-то эту музыку пропустил. 80-й год, та Олимпиада. Тогда что мы слушали в 80-м году? Ну, из попсы мы слушали Бакару, первых два альбома. Слушали Чингисхан, слушали Арабески, Friday Night. Пожалуй, наиболее красивый альбом в музыкальном плане. Атаван как-то прошел мимо. Этот французский дуэт. Кстати, я не знал, что такое Атаван, что это имеется в виду. Это жители Оттавы, канадского города, канадской столицы. Вот их называют Атаван. Вот, видимо, в честь этого они назвали свой дуэт таким именем. И когда я работал на пицце, доставлял пиццу много лет назад, когда мы приехали только в Канаду. У меня в машине там был приемничек. Мне один из наших ребят, кто тоже работал там водителем, подарил диск Атаван на болванке, на CD-болванке. Там как раз было записано два, вот первый и второй альбомы. И, ну, подарил. Я его один раз послушал как-то и бросил где-то там. Много лет спустя мы ехали как-то в машине, я этот диск поставил. А были мы на отдыхе на севере Британской Колумбии. А там дороги часов 5. И когда этот отрезок проезжаешь, это район Кэмлупс, это на северо-востоке Канады, там очень жарко. И вот едешь по этой дороге, ну там степь идет такая, да? Потом едешь вдоль реки, ландшафт меняется. Там, наверное, кроме гремучих змей, в общем-то, вряд ли что водится. И по мере того, как ты приближаешься к Ванкуверу, у тебя меняется природа за окном. Соответственно, музыку ты тоже выбираешь под настроение и пейзаж за окном. Вот. И вот как-то мы подъезжали уже близко к Ванкуверу вечером, такой летний вечер. И я решил поставить этот диск, послушать. И он как-то так зашел в машине. Я вот его с тех пор и слушаю, как бы. Но это опять же, я слушаю в машине, где или MP3 файл, или, ну, диск я тот не слушаю уже, конечно. И я решил как-то, что такие, в общем-то, вещи, наверное, можно поставить себе в коллекцию. Тем более в таком состоянии. И первое издание, то, что я люблю. Здесь, кстати, есть очень симпатичные вещички. Вот я сейчас так вспоминаю. Ну, сама диск, вот эта, DISCO, она такая, в общем-то, симпатичная. Грамотная, как бы сделали ее хорошо, вписали вот это, эту аббревиатуру. И Hello Rio. Hello Rio, она мне как бы сразу зашла. Тем более, здесь очень хорошие воспоминания. Я когда был в кругосветном путешествии, ну, я работал много лет назад, мы заходили в Рио-де-Жанейро. Я там был всего один день, как бы световой день. Когда мы пришли утром в порт, что меня поразило, очень много грязи плавает просто на воде. Банки, пакеты, какие-то картонные коробки, ну, очень много грязи. Пришли мы в порт утром, и нам сказали, что есть, как бы, организовывается экскурсия на местную ювелирную фабрику. Желающие могут поехать, транспорт бесплатный, там подогнали автобус. А назад вот они тоже обещали на машинах, там на такси привезти на судно. Ювелирная фабрика находилась далеко от города, далеко от порта, от места, где судно пришвартовалось. И я так подумал, что ну как еще иначе город посмотришь. Естественно, записался на эту экскурсию. Приехали мы на эту фабрику, я там без интереса походил, потому что ничего не собирался, как вы понимаете, покупать. Походил вместе с экскурсией, посмотрел весь этот процесс, то, что нам успели показать. Ну и назад я взял такси, которые там стояли для туристов, и мы поехали на судно. Быть в Рио-де-Жанейро и не посмотреть Копакабану, известный пляж, ну это вы сами понимаете. Поэтому я попросил водителя, чтобы он меня провез через этот район. Мы остановились на этом пляже Копакабана, сделали несколько снимков, и он меня привез назад на судно. Я такой был возбужденный,
дал ему $5, он так обрадовался, так благодарил меня, потому что, видно, это, ну, для них это деньги все-таки большие. Кстати, по поводу денег. Когда мы выходили с судна, нас предупредили не брать с собой дорогие вещи, не брать с собой украшения, видеокамеры и так далее, потому что там все-таки криминальная обстановка не очень хорошая. Наш бармен с девушкой, они пошли куда-то гулять, и его ограбили. У них там какая система? Подбегает шантропа, ну, малые пацаны, их там много, 14-15 лет, может быть, даже младше. Огружают тебя, ты никуда не можешь двигаться. Кто-то, может быть, даже и ножиком там тебя поугрожает. И ты как-то стоишь вот в этом окружении, потом подходят двое-трое здоровых ребят и снимают с тебя все, что у тебя есть ценное. Он с девушкой вот так вот попал, где-то тоже в районе пляжа. Но получилось так, что у него была цепочка, вот они сняли цепь. В кармане у него была 100-долларовая бумажка, свернутая, как-то так, ее не видно было. И эти козлы ее не видели, эту бумажку. В общем, он деньги сохранил, но цепь потерял. Такие вещи случаются, ну, в частности, в Неаполе. А в Неаполе там. Неаполь вообще прекрасный, красивый город. И там есть такой рынок, базар. Он недалеко от порта. Там пройти минут, может быть, 15. Все туда идут. Судно приходит, все идут туда. А там можно купить все, что угодно. Ну, в то время, допустим, когда я плавал, это были 90-е годы, середина 90-х. Тогда можно было купить деревянную камеру, видеокамеру. Запросто. Причем так легко. Вот он тебе показывает настоящую камеру, да? Ну, трюк-то известный. Тебе вроде все нравится, ты договорился о цене, все класс. Потом какой-то происходит момент, там шухер какой-то, да? И ты уже получаешь камеру деревянную. Но об этом ты узнаешь, когда приходишь на пароход. Потому что там досконально посмотреть не получается. Так, вот этот второй диск, который пришел, это в тему первого. Этот диск пришел у меня из Португалии. Вот этот диск, это второй, это ван, который, вы же понимаете, есть первый, так уже должен быть второй. Тем более, что тот сборник, о котором я говорил, который мне подарили на болванке, там как-то было намешано. Вот, допустим, диско вещь, она-то была первая. Хотя на оригинальном альбоме она вторая идет. Да? Да. Вот. И там было намешано. Потом, когда я слушал уже в интернете и первый, и второй это ван, я понял, что мне нужно два, потому что эти вещи, они были не в том порядке, как выпущены на альбоме. Значит, вот этот диск я купил на Дискоксе. Я об этом говорил, почему я говорю, что на eBay можно купить, ну, менее рискованно, что ли, потому что ты видишь фотографии. И еще ты можешь написать продавцу, они, как правило, отвечают очень быстро. На Дискоксе редко кто отвечает, и фотографий там нет. Там есть прекрасная база данных. Да, ты можешь увидеть, получить информацию, которую в другом месте ты не получишь. Видимо, собиралась годами, предоставлялась коллекционерами на этот сайт. Можно проследить все издания, которые были. Но, как правило, продавцы со всего мира, и они не все отвечают. Поэтому, если у тебя есть какие-то вопросы, ты читаешь внимательно описание, ты читаешь, ты смотришь на рейтинг продавца, вот, но можно и залететь. Бывали такие случаи. Ну, сейчас посмотрим, это второй диск, тоже французский, оригинальный, внутренний конверт. Тоже должен быть на карьере. Так, ну, видите, он тоже идеальный. На лейбле даже вообще нет никаких, на том тоже нет, кстати, никаких следов, что его ставили на вертушку. Знаете, потому что вот это первый показатель, когда у тебя есть
Так, вот здесь вот у нас, такая вот, ну это царапина, ребята, это царапина. И царапина такая нехорошая. На второй стороне. Вот с этим мы будем разбираться. Видите, вот это дискокс. Вот здесь вот видно такое. Она какая-то хитрая. Это видно, это нет иголки. Это видно, что-то попало между конвертом и пластинкой. И вот сделала такую вот нехорошую вещь. Вот, так что здесь мы будем разбираться с продавцом из Португалии. Ладно, хорошо. Фотографии не было, естественно. То, о чем я говорил. Ну, конверт, в принципе, нормальный. Здесь немножко есть желтизна такая. Да. В общем, с этим мы будем разбираться. Значит, варианта два. Если эта царапина такая поверхностная не слушается, просто эстетически некрасиво, да, она вот будет тебя мучить. Ну, напишу в любом случае, но продавец может предложить тогда часть денег вернуть. А если она слушается и щелкает там, а не дай бог еще и прыгает, конечно, тогда возврат полный, и деньги он должен вернуть. Это я не помню, что. Не помню, действительно. Значит, мы сейчас аккуратненько ее откроем, посмотрим. В этом преимущество вот этой задержки, когда ты покупаешь какую-то пластинку, получаешь ее, вытаскиваешь из почтового ящика, кладешь в сторону и ждешь непонятно чего. Вот просто или настроение, когда его открыть, или погода не та, или что. Но это, конечно, лирика. Значит, здесь ситуация другая. Угу. Это из Франции. Здесь ситуация другая. Я в данном случае был просто очень занят по работе, поэтому я не мог сесть вот так вот заниматься открытием посылок. Так, Space. Space у меня уже был один. Deliverance. Это Just Blue. Just Blue у меня есть. У меня есть английский. Это оригинальный французский. Это лейбл. Оригинальный французский, причем, друзья мои, ну издание, конечно, ну супер приятно. Знаете, вот у меня английский есть. Вот английский. Вот если вы возьмете и сравните просто конверты, пока мы до пластинки еще не дошли, такая вот разница в полиграфии. То есть мне все-таки кажется, что французский, он немножко по цветовой гамме отличается. Вот этот аппарат такой, не знаю, как его назвать, более сбалансированный по цветам. Французский, он такой более яркий, он кричащий такой, знаете, вот как он врывается, вот как эта струя воды за ним, он просто врывается в твое зрительное восприятие. Этот поспокойнее. Вот. Ну, французы все-таки, они же как бы первые в этом плане. Так, обратная сторона, вот здесь эта станция. Здесь тоже можно увидеть немножко более спокойную такую, более сбалансированную, вернее, картину. Layout немножко, текст здесь, видите, здесь есть на английском, есть текст, в смысле список вещей, а здесь на французском его нет. Так как его выпустили, так и выпустили, здесь ничего не скажешь. Мне хочется как бы иметь и оригинал, и
английскую версию, если пластинка в идеальном состоянии, так как было заявлено, вот, то они вдвоем будут очень хорошо чувствовать себя на полке. Само качество печати, конверт, очень плотный такой, картон, углы, торцы, ну все, все как должно быть. Вкладка тоже в идеальном состоянии, ни замятости, ничего нет. Вот такой вот оригинальный вок. Вот в чем возникает вопрос с цветными пластинками, очень тяжело проследить состояние. Ну, просто плохо видно. Но он так в идеальном состоянии. Я надеюсь, что он будет звучать очень хорошо. Потому что английский звучит очень хорошо, несмотря на цветной винил. Вот такой Space. Тоже в свое время как-то эти пластинки трудно было достать. Один из моих приятелей постоянно заказывал студентам, которые ездили в Лондон на каникулы из строительного института одесского. Он заказывал им список, давал на пластинки. И многие вещи они не привозили. Они просто не могли найти. В частности, Solar Fire, о котором я говорил в прошлом своем выпуске. Кто-то мне написал там, в чем там проблемная пластинка, их там типа много. Да, их много. Но дело в том, что найти в коллекционном состоянии, чтобы конверт был идеальный, чтобы пластинка была идеальной, чтобы это был первое издание, первый пресс. Тяжело. Это сейчас мы понимаем, что тяжело. Но тогда вот их просто не было. Сколько раз он заказывал, этот мой приятель, заказывал студентам, значит, эти вещи. Ни Solar Fire, ни следующий The Good Earth он не получал. Один раз он The Good Earth получил, но это уже был один из последних его заходов, потому что потом он переключился на вот, конец 70-х, он переключился на Space, переключился на какую-то более такую легкую жанровую музыку, потому что он опирался на конъюнктуру. Но параллельно он всегда заказывал и Триумвираты, и Юрая Хип, какие-то Назареты редкие на то время. Ну, редкие по состоянию. Там Loud and Proud, допустим, у него один раз всего получился, попал в идеальном состоянии. Его привезли из Англии. И тут же он у него улетел. Тут же там, по-моему, рублей за 75. На то время это были большие деньги. Это в одной из своих поездок на Ванкувер Айленд я там зашел в перерыве в магазин. Город, там его и городом не назовешь там. И там есть все равно несколько музыкальных магазинов. Ну такие они, бедненькие, знаете. В тот заход я там купил несколько кассет. Фирменных, с записью. Потому что у меня сейчас там как бы эта тематика тоже заинтересовала. И среди этих кассет был Джордж Харрисон, Cloud Nine. Ну, я его поставил дома, послушал, как бы вспомнил эту музыку. Вот, и решил купить пластинку. Альбом отличный, как бы, да. Вот, и нашел вот такой вот диск. Тоже должен быть, как бы, в идеальном состоянии. Ну, посмотрим. Cloud Nine. У меня никогда не было, кстати, этого диска. Так, вкладка с пластинкой. Вот тоже, видите, вот он поставил пластинку без кулька, без антистатического. Просто положил между вкладкой и самим конвертом. Ну, к счастью, ничего не отразилось. Ну, я ему напишу, конечно, так, такие вещи нельзя как бы делать. А может, просто промазал, знаете как? Загружал и промазал. Вот. Ну, хорошо, хоть вкладка есть, все нормально. Ну и пластинка тоже идеальная.
тоже не видно, чтобы вот ее слушали, как бы, может быть, там раз или два прослушали, и все. Здесь ровно. Видите, даже здесь оригинальный стикер, который, как бы, я тоже никогда не видел. UK, даже Matrix Number есть. Возвращаясь к этому магазинчику, значит, там было уйма пластинок. Для этого маленького города пластинок много. Друзья мои, купить нечего. Я не мог найти ни одной пластинки, которая по состоянию и по содержанию меня бы устроила. Но в один заход я все-таки увидел Slade Live. Это первый Slade, который я вообще увидел в своей жизни и который я услышал. Ну, прекрасная пластинка. Шумная, конечно, очень, но классная. И вот он стоил $30. Почему я взял этот Slade? Потому что писалось американский. Я его вытащил, читаю. Вот это сейчас очень важно, читаю. Polydor Stereo, все как на английском. Made in USA. У меня есть американский вариант этого Slade. Открываю конверт. Вижу, как бы, конверт. Здесь пишется 2383101 Super. Это индекс английского. И внутри, судя по печати, судя по компании, которая напечатала этот конверт, EJ Day Group. Это английская компания, английский дизайнер. И вот мы сравниваем. Значит, вот это у меня, по-моему, американец. Нет, это англичанин. Вот это англичанин. Это первое издание английское. Видите, тот же самый Polydor. И на этом месте пишется Made in England. Такие же надписи по периметру. Вот это чисто английское первое издание. На том такая же лейба, только Made in USA. Я до сих пор не знаю, не могу объяснить, как это случилось. Почему вот такой вариант? А вот американский. Это американец. Во-первых, чисто американский картон. Такой вот матовый, такой плотный. Сзади все иначе. Видите, принт USA, Нью-Йорк, Бродвей и так далее. Внутри то же самое. Здесь совсем другая информация вот в этом месте. То есть это чисто американец. Ну, естественно, у него сам диск тоже другой Polydor абсолютно. Вот это Manufactured by Polydor Incorporated New York. По периметру эта надпись. Это чисто американская. И лейба другая совсем. На том, что я взял на этом таинственном острове, значит, визуально он как бы тянет на английский, но почему-то на лейбле, там на Polydor, написано Made in USA. Вот, если кто-то может ответить на этот вопрос, напишите в комментариях. У меня пока ответа на этот вопрос нет. Ну, по звуку, естественно, разницы никакой с английским я не нашел. Да здесь и музыка такая, здесь тяжело вообще как бы анализировать, сравнивая английский вариант или американский вариант. Только разве что в таких местах, где явно присутствует, знаете, как розовый шум, когда снимают характеристики, пускают розовый шум, не белый шум, розовый шум. Там как бы набор всех частот, спектр, вот, и по графикам видно картину, там, допустим, что у тебя делается с частотной характеристикой, какие частоты проходят, какие завалены, какие подняты и так далее. Здесь шум другой, здесь заловая запись. Шум, конечно, классный очень, вот, но здесь, наверное, если так проверять, насколько я помню, In Like a Shot from Magan, вот эта вещь вторая на первой стороне, по ней, наверное, легче определить
качество звука, чем, допустим, Keep on Rockin' на второй стороне, потому что там просто классно, конечно, но для таких анализов, для такого анализа это будет нелегкая вещь. Это из Японии. У меня уже был подобный вариант открытия такого бокса, такой коробочки. Здесь не пластинки, я уже говорил, я в Японии пластинки не покупаю. По одной такой причине, что я японские пластинки просто не собираю. Они мне не интересны. Вот. Они хорошие, да, они хорошие. Многие люди покупают японские пластинки. Есть даже которые, вот я знаю, у нас в Одессе один там, Валера есть. У него, по-моему, он только японские собирает. И много лет уже причем. Но меня как бы японские не очень интересуют. Я люблю английские, ну, на крайний случай американские или на крайний случай немецкие. Ну, какие-то конкретные позиции, которые допустимы, что это американские или допустимы, что немецкие. Правильно? Допустим, триумвират Old Loves Die Hard, английского нет. Если ближе к оригиналу, либо немецкий, либо американский. Но американский там другое оформление. Там. Это мышка, которая везде бегает, она там в угол так, в угол комнаты стремится под плинтус забежать. Так, здесь у меня катушка для Акая. 10 инчи. С этими катушками тоже не так все просто. Да. Почему я сказал да? Потому что человек ее заявил как продавец, как mint condition, идеальная, или там near mint condition, вот она такими является, серебристая. Надпись Акай, как бы, она есть на всех, но вот эти две нижние надписи, линии Metal Reel и Made in Japan, они не на всех есть, есть там просто, по-моему, 10 номер есть, либо катушки, которые шли с Double E пленкой, там пишется Double E. Эта катушка шла вот именно в таком виде. Вот визуально, чисто эстетически, мне нравится больше, поэтому я остановился на таком варианте. У меня есть одна черная и серебристая. И еще одна серебристая в пути, она едет. Но ту серебристую я купил на eBay. Зачем мне две серебристых и одна черная, я вам расскажу в следующем выпуске.